Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Борис, и я рад приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что смотрите, спасибо, что со мной. Ну а сегодня в рамках нашего сотрудничества с магазином парфюмерии и косметики Rendezvous.ru я хотел бы с вами поговорить о трех ароматах, замечательных совершенно. Это аромат серии Encore Noir от Lalique, друзья. Все три аромата у меня в руках, за что огромное спасибо магазину Rendezvous.ru. И обо всех трех мы сегодня поговорим. Но сначала хотелось бы вам по обыкновению рассказать о текущих специальных предложениях и акциях на сайте парфюмерии и косметики Rendezvous.ru. В данный момент стартовала большая весенняя грандиозная распродажа. Скидки на парфюмерию и косметику достигают 50%. Скидки на парфюмерию, на ароматы для дома 35%, на фирменные наборы Aroma Box 30%, друзья. И не забывайте про фирменные пробники и миниатюрки. Скидочка на них до 25%, друзья. А также не забывайте про мой личный именной промокод 10LOVER, который вам подарит дополнительную скидку 10%. Скидочки суммируются со всеми текущими акциями. Пользуйтесь, друзья. Промокод многоразовый. Также хотелось бы заметить, что у меня появилась своя реферальная ссылочка, по которой я вас очень прошу переходить перед тем, как добавлять товары в корзину. Ссылочку я оставлю в закрепленном комментарии и в описании к данному ролику. Еще раз, вначале переходим по ссылочке, затем добавляем товары в корзину и применяем мой промокод, друзья. Это очень важно, буду вам очень признателен. Ну и начнем мы, друзья, с самого первого аромата, который вышел в данной линейке, Encore Noir. Аромат, который прогремел в свое время просто вот неимоверно, который продолжает греметь на весь мир, собственно, как и все три аромата, но, пожалуй, самый-самый вот востребованный, наверное, самый покупаемый, продаваемый, это как раз вот каноническая версия Encore Noir. Парфюмер Натали Ларсон, легендарный парфюмер тоже. И, конечно же, это самое такое, наверное, вот ее произведение, которое сделала. Ну, она и без этого была популярна, но данный аромат просто возвел ее вот в какой-то вот уже ранг парфюмерных таких небожителей. Вот, а что хотелось бы сказать. Сейчас витают слухи в воздухе о том, что бренд Lalique снимает все вот эти три аромата с производства. В чем я лично очень сомневаюсь, поскольку было бы странно снимать ароматы, те самые ароматы, которые, собственно, являются локомотивом, которые приносят больше всего прибыли компании. Это было бы удивительно. Но мы живем в удивительном мире, друзья, поэтому все-таки информацию мы возьмем на вооружение данную. И у кого флакончики заканчиваются, либо просто задублить, имейте в виду, что сейчас в магазине Rendezvous они с большущими скидками продаются. Повторюсь, с моим промокодом будет вообще приятно. Обратите ваше внимание. Ну и перейдем мы уже к рассказу непосредственно о самом аромате. Самый первый аромат это, повторюсь, Encore Noir. Каноническая версия, друзья. Чем он пахнет для меня? Пирамида у него простая, там, по-моему, кашемировое дерево, ветивер, кипарис, мускус, по-моему. На самом деле для меня он пахнет мононотой ветивера, очень красиво, там немножечко так подвально, сыренько. Это аромат для того, чтобы вот помедитировать. Я согласен с многими людьми, которые говорят, что это аромат вот такой на созерцательное настроение, на осеннюю большую пору, на какое-то такое вот грустное настроение минорное. Да, но сейчас уже в меньшей степени, когда у меня больше уже так вот воспринимается, как такой, знаете, вот, ну, можно сказать, повседневный аромат. Я ветивер, в принципе, люблю как ноту, и для меня это самая такая простая вариация. То есть, если я боюсь там запутаться в каких-то дебрях на своих полках, потому что у меня достаточно много ароматов с этой нотой, если я не хочу думать и просто хочу ветивера какого-то вкусненького, я просто беру Encore Noir и пшикаюсь, друзья, как можно больше, потому что аромат не отличается большой стойкостью лично для меня. Ну, в общем-то, мне лично это и не надо. Мне, наоборот, хорошо, когда аромат не кричит. Он сидит достаточно долго на коже, не громкий просто-напросто, но, тем не менее, вы его отлично, ну, по крайней мере, я его отлично слышу. Но все-таки больше он для меня на такую вот холодную погоду, на, возможно, промозглую какую-то. В целом, да, соглашусь, что больше аромат такой с грустиночкой с какой-то, с уходом в себя, скажем так.
Мне он, наверное, все-таки меньше всех из трех вот этих вот нравится. Ну, просто, наверное, он уже утратил какую-то свою вот эту вот оригинальность, что ли, да, вот как было на момент выхода. Сейчас он звучит уже очень обыденно и превратился в такой действительно базовый аромат ветиверный. Но в целом очень приятный. И следующий аромат, о котором я вам поведаю, друзья, это великолепный фланкер, который вышел следом по следам успеха первой версии. Это Encore Noir Sport. Просто бомба. Этот аромат мне нравится больше. Здесь мы имеем ту же самую, несомненно, классическую базу, как и в каноническом варианте. То есть это тот же самый ветивер, тот же самый кипарисик, но с обильным таким вот добавлением водных нот, друзья. Он звучит именно по-летнему. Я его обожаю применять в жару, причем я им просто поливаюсь, вот особенно в сухие такие вот жаркие безветренные дни. Именно безветренные мне он больше всего нравится, потому что он прям стоит на тебя, вот ты вот как будто в предбаннике каком-то таком находишься, но в предбаннике в каком-то именно дарящем тебе ощущение прохлады, какой-то свежести, водянистости. И вместе с тем вот этой вот все равно классической ветиверной базы, которую мы очень любим именно вот у Encore Noir. То есть, безусловно, все это здесь узнаваемо, если сравнивать с первой версией, но более интересно обыграно, на мой взгляд. И этот аромат, кстати, очень стойкий, в отличие от первой версии, он держится на мне целый день. Поделитесь, кстати говоря, напишите в комментариях, как вы считаете, стойкие вообще ароматы этой линейки. Мне кажется, что вот как раз этот самый стойкий. Вот, и что хотелось бы еще про него рассказать. Он похож очень на аромат нишевого дома Мини-Нью-Йорк, ботанист. Но похож, знаете, вот очень сильно, действительно, вот я просто, когда ботанист попробовал, я понял сразу, что туда, наверное, налили по ошибке Encore Noir Sport. Но не совсем, конечно же. Ботанист, безусловно, звучит более качественно, если мы говорим именно о качестве ингредиентов, то есть поднося нос с самого начала после распыления к пятну, вы там не услышите спиртовой одушки, допустим, как здесь, да. Там вы сразу окунаетесь в мир вот этой вот ботаники, грядок, каких-то такой сырой земли, вот как будто в теплицу вы пришли и упали прямо вот в землю носом, в эти грядки с овощами, вот этим всем он очень сочно пахнет. Они очень похожи, но здесь все-таки такое вот более строгое звучание, как мне кажется, более оно такое сглаженное, здесь вот такие сглаженные углы. Это по-настоящему сбалансированная такая вот работа, люксовая в хорошем понимании этого слова. И он, конечно же, вот к нему рука тянется у меня чаще, чем к тому же ботанисту, допустим, именно за счет вот этой сглаженности. Потому что ботанист, он, ну, действительно нишевый аромат в полном понимании этого слова. Это все-таки люкс, но это его нисколечко не портит, друзья. Lalique Encore Noir Sport. И следующий, третий аромат, друзья, это самый мой любимчик, с которого, собственно говоря, началось мое знакомство со всей этой серией. Совершенно шикардосная история. Этот аромат действительно больше звучит по-нишевому. Он звучит уже не так заезженно, как классическая версия. Если вы еще не знакомы с этой линейкой, я рекомендую, как и я в свое время начинал знакомство именно с этого аромата Encore Noir а-ля Extreme. Это шикарная совершенно вещь. Считаю, что он на голову превзошел первый вот этот самый канонический аромат, потому что здесь, повторюсь, гораздо и пирамида обширнее, он звучит интереснее, и он звучит более нишево, более современно. Также я слышу здесь, вот в нотах не указано, но я слышу какие-то отголоски алкоголя. Очень богатое звучание, безумно интересная вариация, безусловно, на тему ветивера, но с добавлением ладана, каких-то алкогольных нюансов, я здесь их отлично слышу. Здесь, конечно же, более сухая такая припыленная версия, знаете, как вот лес после пожара, такая дымчатый, он такой сухой весь. Это тот аромат, вообще все три красавчики, конечно, но этот самый-самый для меня прям вот топчик. Просто вот ниша в чистом виде. Шикарно. По стойкости, да, здесь вот вопросы имеются, потому что аромат, он в принципе стойкий, он звучит довольно долго на коже, но звучит очень близко. Вот, это такой вот нюанс, для кого-то минус, для кого-то плюс, друзья, как для меня, например, потому что я люблю такие вот не кричащие ароматы, а именно такие вот интеллигентные,
более такие вот французистые, что ли, да, потому что именно характер звучания аромата очень важен для меня, то есть потому что здесь такой профиль, как бы, если вы его выкрутите, сделать громким, возможно, он начнет надоедать, сверлить голову, а здесь он вот так тихонечко с тобой такой аурой, но тем не менее все равно стойкая, то есть да, аромат такой для себя, я часто его дома применяю, я его вернул в коллекцию, продавал, было дело, да, грешен. Ну, как и многие ароматы, которые, собственно, мы продаем, потом мы хотим вернуть в коллекцию, да. Вот. И то же самое случилось с этим ароматом у меня. Я соскучился по нему, понял, что, ну, должен он быть в коллекции, просто должен быть. Потому что, действительно, звучание у него для своей стоимости, друзья, повторюсь, просто богатейшее. Пишите, пожалуйста, в комментариях, кто из вас знаком с какими из данных ароматов. Я думаю, что большинство знакомы со всеми тремя, поэтому пишите, какой вам нравится больше. Лично я, повторюсь, свой выбор сделал. У меня на первом месте Alia Extreme, на втором Lalique Encore Nord Sport и на третьем каноническая версия. Но все три, я считаю и ответственно заявляю, что должны стоять на полочках, друзья. Это потому что это вещи просто, которые должны быть у каждого человека, который так или иначе увлекается парфюмерией и любит, друзья, ноту ветивера. Потому что если вы ее не любите, то, конечно же, они вам вряд ли понравятся и вряд ли окажутся нужными. И напомню о своем промокоде 10LOVER, благодаря которому вы можете получить дополнительную скидку, перейдя по моей ссылочке, друзья, еще очень важный момент. Сначала переходим по ссылке, потом применяем мой промокод. Ну что, друзья, в завершение возьму снова эту троицу замечательную в руки. Просто даже приятно держать в руках. Флакончики – это отдельная песня. Ну, шикарно совершенно. Толстенное стекло, деревянная крышечка, просто топчик. Напомню, что у меня есть группа в Телеграме. Ссылочку на нее я также оставлю в описании к ролику и в закрепленном комментарии. Буду вас там тоже очень ждать. Также напомню, что все три аромата на данный момент есть в магазине rendezvous.ru. Обратите ваше внимание. Напомню, что если действительно мало ли их все-таки снимут, но всякое бывает в нашем безумном мире, то сейчас отличный момент задублить, либо приобрести какой-то недостающий из трех флакончик. За сим, друзья, хотелось бы вам сказать огромное спасибо за просмотр. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение обо всем об этом, что вы думаете о Lalique в целом, как о бренде, потому что я его очень и очень люблю. Для меня это такой вот образчик. Дешево не значит плохо. То есть, вот мне кажется, в бренде Lalique это вот прям вот воплотилось как нельзя лучше. Пишите комментарии, ставьте лайки. Я вас всех очень люблю. Всем пока!